Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Ну что, давай посмотрим, что принес нам Беззубик. Опачки, отлично. Так, здесь 34 руны и тут 180 тысяч древесины. Ну что, забираем это яйцо, друзья мои. Вывести поставили, да? Но для того, чтобы вывести, нам нужно расширить инкубатор. Либо забрать уже готовое. Так, что у нас вот здесь? Вот давай-ка глянем. Это у нас песчаник редкий. Так, ну что, размещаем его с тобой. Куда бы его поставить? А, в принципе, он здесь неплохо будет даже смотреться. Вот таким вот образом мы его выставляем. Пускай идет, пока прокачивается. Так, а у нас автоматически поставилось то яйцо или нет? Ну-ка посмотрим, где у нас инкубатор. Так, здесь мы поднимем уровень. А здесь тоже. Нет, ребята, не положилось оно автоматически. А как тогда быть? Ну-ка. Вот теперь оно будет у нас выводиться. Это яйцо вчера мне принесла Фурия, ребят. Сейчас она на задании. В общем, на того дракончика, на которого я ее отправлял на поиски, именно его она и нашла. Бесплатно причем. То есть это с одной сумкой. Ну что, давайте теперь посмотрим, что у нас с тобой здесь выпадет в бесплатном паке. Так, монетки Одина, это все понятно. Бонус для наездников. Меня интересует сам пак. Громобой, шипорез, громорог, отпрыск. Ну и пошли ресурсы, да, у нас получается. Окей. Тогда сразу же глянем и на второй. Монеты Одина, ну это понятно. А тут нам выпадет с тобой, ну, видимо, одни ресурсы. И шестеренка. Все, я прекрасно понял. Ну-ка, посмотрим, что у нас. Зеленая смерть принесла нам какой-то жетон. Ну и тусклый янтарь. Давай-ка отправим ее дальше, пускай ищет. Что у тебя, торгаш? Покажи, пожалуйста, мне. Обменять. Это мне не нужно. Ух ты. Да, у нас начался, ребята, День Святого Валентина, типа, да? Ивенты. Аж две штуки. Так что сегодня будем проходить. Давай-ка мы отправим наших дракончиков на дальнейшие, как говорится, приключения. Нечего им здесь прохлаждаться. Так, что нам тут выпадет? Рыба. Давай-ка быстренько с тобой заберем все, что у нас тут накопилось. Так, янтарь. Дальше у нас тут по заданиям. Ежедневный вход. И все, что ли? А, нет, вот здесь вот. И еженедельный. Обучите 20 драконов. Все. Погоди-ка. Все, да не все, мы же с тобой пак не забрали. А дарить я его не собираюсь. Так, рыба, древесина, древесина. Так, руны, опять же рыба. И руны. Отлично, что опять здесь у меня сделалось? Все, надеюсь на этом. Так, откроем с тобой быстренько сейчас паки. Так, этот поставим на открытие. А вот эти вот вскроем. Шторморез, шепот смерти, громель, костолом, дикарь. О как. А здесь нам с тобой выпадает громель, шторморез, ужасное чудовище, водорез. Ну и в редком паке нам достается громель, шепот смерти, ужасное чудовище, древоруб, водорез и громгильда. Как-то так, друзья. Янтаря у меня нет, поэтому поставить я не могу. Так, а что у меня здесь? Показан пак. Ну, я уже все, что мог, получил, так что не надо меня сбивать с панталыги. Так, будем мы с тобой отправлять нашего беззубика на дальнейшие поиски. Вот, кстати, шипоспин. Да, мы получили с тобой именно на него яйцо, которое сейчас у нас в инкубаторе. Ну что, можно, в принципе, отправить на сладкую смерть. На поиски, да?
Найти приключения. Так, в поиске. Ох, ничего себе здесь можно, ребята. Блин, скала. Это я не знаю, кто у нас. Короче, давай. Ого. Блин, 4 сумки, а что так дорого стоит-то? Блин, ну давай вот, наверное, вот так отправим. Дорогое, конечно, это удовольствие. Так, здесь тоже. Опачки. Давай-ка мы его дальше отправим качаться, этого песчаника. Забираем 5 рун. И здесь у нас 50 веночков, я так понимаю, ребят. Ну, вроде бы как все пока. Нам нужно с тобой очень много древесины, знаешь, для чего? Чтобы поставить городскую площадь и водокачку. Поэтому отправляемся сразу же на задание. Выживание. Ранний доступ. Ох, а что он такой маленький, ребята? Посмотри. Охотники заняли позиции по всему архипелагу. Ударим по ним и нарушим все планы. Ну давай посмотрим, попробуем. Так, 150 рун лишними не будут, согласись. Нам главное здесь справиться. Сколько здесь? 6 волн, ё-моё. Твою дивизию. Будет очень сложно, друзья. Будет очень сложно. Но нам деваться некуда. Блин, это опять режим выживания. Он очень сложный. Это 6 волн выжить? Не знаю, получится ли у нас. Так, чудовище сейчас начнет. Да ничего, оно пока не начнет. Ребята, нас только выручает здесь то, что у них маленький уровень. Но с каждой волной, насколько я помню, они будут набирать, набирать обороты. И в конце концов могут нас вообще тут размазать. Опа, урон всего 12 единиц. Это нормуль. Так, ну что, добивка-то будет? Будет. Переходим с тобой на вторую волну. Опять то же самое. Только уровень, смотри, уже 10. Не слишком ли они быстро прибавляют темп, а, друзья? Ну-ка, давай так сделаем. Можно, конечно, воспользоваться было и слепотой. Но я хочу это приберечь. Как говорится, на самое сладкое и вкусное. У нас с тобой, кстати, есть 4 груши. И 5 полосочек на восстановление энергии. Возможно, даже придется их сегодня заюзать. Ну что ты там брыкаешься? Ой-ой-ой. Так, ну что, вторая волна тоже побеждена. Смотри, уже 11 уровень. Вы серьезно, с каждым уровнем будете мне по левлю добавлять? Я так понимаю? Так, смотри, уже все, пошли транжиры по ХП. Давай мы, наверное, с тобой сделаем вот так вот. Хильнемся все-таки. И будем дальше добивать. Это же у нас тройной удар? Да, это именно он. Но то, что он защиту мне, конечно, ослабил, это плохо. Я уже его еле-еле разбираю, как ты видишь. Ну-ка. Блин. С пониженной броней. Не самый лучший вариант. Еще и уклонение. На тебе. Поехали. Так, что ты там собираешься делать? Нам нужно будет сейчас подлечиться. Отлично. Добьешь? Да. Так, смотри, тут... Ох, елки-палки. Блин, вы серьезно? 12, 10 и 13 уровень. Тут, скорее всего, нам уже придется с тобой врубать нашего ветрокрыла, чтобы их всех усыплять. Иначе полетят сейчас головы. Ну что, ветрокрыл, выступай, твоя очередь. Этого, который 10 уровень, быстро разминаем. А вот тут, ну ты сам видишь. Так. Кусаем. Тут, наверное, придется все-таки хильнуться. Очнулся. Ты посмотри, как он быстро очнулся, а. Добиваем. Так, теперь этот проснулся, да? Лежебока. Ладно, начнем его тоже бомбить. Это четвертая волна. Это не последняя, это четвертая. Ну ладно, посмотрим, какой здесь будет итог.
Сейчас что-нибудь сделает, да, противные. Добивай. Блин, да. Кривоклыв, ты чё так мажешь-то, а? Так, здесь победили. 12, 11 и 13 уровень. Ёлки-ты-палки, а чё вы такие здоровые-то, а? Тут надо будет тоже обязательно. Обязательно надо будет, ребята, отправлять их в сон. Иначе я не знаю, что тут будет. Будет офигенный хаос. Ну что, давай вырубать их. Надеюсь, они все уснут. Так, ну что, тройной удар, естественно, пойдет первый у нас в расход. Окей, так, здесь мы хильнемся. Так, 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 давай, наверное, вот с этого все-таки попробуем его в перу. Да что ты мажешь-то, я не пойму вот этого. С какого, блин, перепуга ты так промахиваешься постоянно? Просто промахивается, удар за ударом. Меня это вообще, ребят, не устраивает. Блин, напали все, да, на моего барсика. Так, тут подхильнемся с тобой, поехали. Что он сейчас тут придумает? Опять атакует барсика. Ладно, хиляемся. И добиваем. Конечно, добиваем. Аж 20 раз. Ну что, до последней волны мы добрались. Смотрим здесь, ребята, 14 уровень, да? 14 уровень. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Сейчас будем получать люлей. Первый пошел, так, второй пошел. Ой-ой-ой, и этот сейчас еще сходит. Предположим. Я хочу нанести каждому по удару, чтобы вот так сделать. Слушай, почему-то тройной удар получает меньше всего урона. Хотя он фиолетовый. Давай, наверное, вот этого все-таки разберем. Попытаемся. Скрита убили. Так, теперь, наверное, будем все-таки вот этого бомбить. Так, он очнулся. Ать. Ну, мы его добьем. Так, ну что, паренек, вот и до тебя мы добрались. Слушай, ну, судя по всему, первое испытание мы с тобой пройдем. Да блин, я хотел слепоту на него повесить. А он не повесил. Ну, что ты там можешь делать? Все за свое, да? На тебе. Ну что, последний удар? Ну что я тебе скажу? Было напряжно. Было напряжно, но мы прошли. И мы получаем с тобой что? Да ничего, да? Только колесо крутим. Опа, плод мудрости. Шикарно. Так, давай дальше. Древесина. 4,5 миллиона. Так, я забираю руны, да? Забираю. 150. Отлично. Значит, получается, у нас сколько боев? Здесь проведем бой. А вот это что такое? Не знаю, друзья. Давайте смотреть. 25% уже, короче, выполнили. Опять 6 волн. Блин, уже этот уровень, конечно, посерьезнее. И душитель. И, ребята, здесь уже красный противник. Естественно, он будет бомбить моих зеленых. Это само собой разумеющееся. Нам нужно вот этого избавиться быстренько, быстренько просто. Все. Так, ну что, чудовище. Ах, у тебя еще и массовая атака. Вот это плохо. Это очень плохо. С массовыми атаками, плюс на трех энергиях он ее выплескивает. Ой, друзья мои, будет не до шуток. Так, вторая волна, сколько тут их? Он уже 10 уровня. Он уже 10 уровня. Мы можем, в принципе, с тобой вот так вот сделать. Все равно ничего не теряем. На кого он там? На себя слепоту повесил, молодец. Давай, атакуй своего же, а мы будем в этот момент атаковать тебя. Так, душитель, хорош, там успокойся. Нам нужно будет хильнуться, я так понимаю, наверное, скорее всего, да? Хильнемся. Пока есть такая возможность. Так.
Что он там все делает? Я не могу. А, он атаку себе повышает. Вот он что делает. Ладно, уничтожаем. Ну что, душитель, давай поговорим. А разговор будет короткий. Все, переходим с тобой на третью волну. Как ты видишь, уже 10 и 11 уровень. Начну все равно с этого. По-прежнему. Давай-ка, наверное, вот так вот. Пускай он бомбит потихонечку, да? Душители этого. Будем ему тоже немножко помогать в этом случае. Так. Ать. Все-таки попал. Добей уже его. Красавчик. Продолжаем наш разговор, короче. Давай-ка, наверное... Да ё-моё, я же хотел слепоту. Почему ты так... Сейчас опять пыхнет огнем, нет? Это нам повезло, ребят. Отхил. Так. И добиваем. Ну что, четвертая волна. Ну ты видишь, их уже тут трое. Этот самый жирный получается, да, 12 уровня. Сейчас у них энергия будет расти офигенно как быстро. А мне нужно дожить до моего ветрокрыла. После этого я их загоняю в сон. Так. Ой, чё? Зачем я так сейчас сделал? Скажи, зачем я так сделал? Сейчас будет бобо. Так, пока не поздно. Пока не поздно. Наверное, нам лучше вот так вот сделать. Так. Полыхнул, да? А ты давай своих, пожалуйста, бомби. Вот так вот будет получше. Да, ребят, я, конечно, немножко там ступил. Зачем надо было делать удар, если я хотел их в сон всех загонять? Вот этого я не понимаю. Для чего я так сделал? Опять сейчас что-то будет? Да вы достали. Так, давай, наказывай кого-нибудь. Ну, уже хорошо, ребят. Хильнемся, добьем душители. Теперь попробуем... не хватает чуть-чуть. Но это пока еще терпимо. Это, друзья мои, терпимо. Еще у нас с тобой нормально так по здоровью. Мы хильнемся. Добьем этого. Слушай, этот сейчас что-то сделает противное. У него 4 энергии. А ведь мог, наверное, массовую атаку сделать. Ну-ка. Добивай. Так, пятая волна. Ё-моё. Ну ты сам видишь, что тут происходит. Тут главное сейчас не тупануть, ребята. И вот здесь вот уже точно нужно будет врубать всех в сон. Так, сейчас они вдвоем сходят здесь. Раз. Самый здоровый. Два. Теперь моя очередь. Да, урона, конечно, мы наносим очень мало. Ну, надеюсь, они хотя бы уснут. Они спят. Сейчас попробуем с собой убрать вначале душители. Отлично. Теперь, наверное, вот с этого надо начинать. Хм. Мы можем с тобой даже сделать одну вещь. Вот так вот. Уклонение. Конечно же, друзья мои, срабатывает уклонение в самый подходящий момент. Добьем мы, интересно, его. Ой-ой-ой-ой-ой. Трындец. Блин. Мне приходится так делать. Иначе разберут нас тут. Офигенно он, конечно, вжарил своим огонечком. Ну, ты сам видел. И две груши мне пришлось потратить. Так, теперь, наверное, хильнемся все-таки. Разобрать-то мы его успеем, надеюсь. Да, должны. И вот она, последняя волна. Тут уже, как ты видишь, 14 уровень. Тут совсем уже не до шуток. Этот еще сейчас будет бомбить не по-детски. Душитель. Так, продолжаем месить. Так, сейчас две атаки пережить. Потом
сон будем, если успеем. Это жестко. Давай усыплять, короче, их. Все груши потратил. Все. Осталось только две штуки. Успеть бы этого разобрать еще. Да ё-моё, ну конечно же промахи, ребят, ну. Так, что он сейчас тут будет? Что он, атаку повысил, да, себе? Это тебе не пригодится, парень. Мы можем еще сделать один сон. Пускай они пока спят. Тут будем, наверное, разбирать этого. Слушай, 12 уровень довольно легко разбирается. И остается душитель. Так, вешаем слепоту. Ну все, кажется, нам повезло. Ребята, мы проходим с вами и это испытание. Вот насчет следующего уже не знаем. Если еще Барсик бы не промахивался бы. Так, душитель, все, промахнись. И добиваем его. Отлично, друзья мои, отлично. Ну что, давай крутим колесико, посмотрим, что нам выпадет здесь. Рыба. Конечно, мне хотелось бы лучше плод мудрости. Так, а здесь нам древесина, наверное, да? Точно. И древесиночка. Ну что, забираем с тобой вот эти вот венки. Цветок Фрейи. Вот что это, не венки. А, мы и это забираем сразу же. Так, получается, у нас с тобой всего лишь один бой впереди остается. Вот оно даже как. Но я думаю, что это будет бой века. Уровень сейчас глянем только. Слушай, ну 8-9 пока вроде бы терпимо. Жаль, что здесь тройной удар, конечно, присутствует. И вот этот вот, который любитель делать свои массовые атаки. А этот понижает броню. Ладно, друзья мои, не будем сдаваться. У нас с тобой, если что, есть еще 5 возможностей накопить всю энергию. Это именно для ветрокрыла хорошо, чтобы их усыплять. Можно, конечно, и слепоту использовать. Здесь я ничего не буду, потому что уровень маленький. Особого урона он мне не нанесет. Разберем так. Энергию с тобой поэкономим. Так, ну что ты там дергаешься? Дергается он мне. На-ка тебе, получи. И добиваем. Тут, наверное, будет еще боссик. Ох, ё-моё, а тут оказывается вот оно что, ребята, разные враги. Скалотряс, как ты видишь, 9 уровня здесь. Скалотряс 9 уровня. Давай-ка я вот так, наверное, сделаю. Пускай он нам помогает. Ой, это что такое? Вот это что такое? Это называется урон по тридцатничку? Нет. Да тут надо было сразу догадаться, ребята. Уровень-то маленький пока еще, так что это терпимо. Ну что это? Ну смешно. Так, ладно, тогда мы ухильнемся здесь. И попробуем тройной удар ушатать. Хотя он сейчас что-то сделает. На тебе. Ну что, скалотряс, давай поговорим. Кусает. Да, он даже по мне наносит очень мало урона, так что не страшно пока. Ну-ка, Барсик. И кусаем. Отлично. Ну что, третья волна. Тут уже уровень посерьезнее, да? Ты видишь? 10-й, 11-й, они уже как бы покрупнее тут выглядят. Будешь на меня работать, а? Скалотряса я уж как-нибудь переживу, думаю. С уклонениями с этими, а? Ну опять вот 25. Давай бомби своего другана. Маленький какой-то дамаг наносит он, если честно. Так, нам нужно хиляться. Окей. Ой-ой-ой, зачем я так сделал? Ушатал. Хотя, в принципе, ребят, этот все равно сейчас в слепоте. Он ничего нам не сделает. А мы его будем спокойненько теперь разбирать. Ну? Что ты там придумал? Вот так вот. Добиваем. Четвертая волна, уже их трое здесь. Их уже, давай-ка вот так, наверное, начнем.
Как только у нас доходит очередь до ветрокрыла, мы, естественно, сразу всех в сон, ребята, всех абсолютно в сон загоняем. А пока наносим урон каждому. Оу-оу-оу-оу, тихо ты! Ты что позволяешь себе, я не понял, скалотряс, ты видал? Два укуса и почти хп. Кто? Они оба уклонились? Да ну нафиг. Они оба уклонились, ребята. Офигеть. Тринадцатый уровень. Блин, это пускай пока спит. Блин, то, что вот у нас защита здесь, конечно. Так, минус. Этот очнулся, да? Спать, 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 спать срочно. Надеюсь, сейчас не промахнемся. Отлично. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой скалотряса уничтожим все-таки, в конце концов. Он уже достал тут. Очень сильно он бомбит, конечно, кусает моего ветрокрыла. По идее, должны... А, нет, он сейчас успеет сходить еще. Вот так он делает. А мы с тобой хильнемся на дорожку, а? И добьем. В плане ты мажешь, ну... Ребят, ой-ой-ой-ой, посмотри. Смотри, как они тут выглядят. Они очень большие, они огромные просто здесь. Так. Что ты там, что ты там... Да что же вы все... А, у него защита, ребят. Пока хорошо. Скалотряс просто меня вымораживает. Как он бомбит, а? Очень сильно. От него нужно избавляться, мне кажется, вообще в первую очередь. Судя по итогам, да, что он делает. На тебе. Этот уж еще с усиленной атакой, понимаешь? Давай-ка, наверное, попробуем его сейчас. А вот так я сделаю. Да, тогда же будет... Так даже будет эффективнее. Поможем. Ну, кусай своего кореша. Неплохо так звезданул он по нему. Ать. А вот это, ребята, уже опасно. А вот это уже опасно. Нам нужно будет хильнуться. У него пока слепота висит. И это хорошо. Он промахнется. Так, у нас с тобой еще будет время на отхил. Ага, то, что нужно. Теперь хиляемся. И надеемся, что Барсик не промахнется. А вот, ребята, и последняя волна. Сейчас вот будут тут, по-моему, лететь головы. Я боюсь за своего ветрокрыла. Ой, за кривоклыка. Смотри, что они... Ать! Потеряли мы его, да? Потеряли. Как мы тут с тобой будем вдвоем, я ума не приложу. У нас с тобой нету выбора. Атакуем, ребят. Если не успеем накопить с тобой энергию, будем применять допы. Окей, применяем допы. Сюда. И опять же их в сон. Только таким вариантом. Иначе проиграем, серьезно говорю. Вот пока не спят, мы будем их разбирать. Так, теперь этот, да, у нас. Поехали. Угу. Очнулся. Блин, ты-то какого лешего проснулся, а? Вот скажи-ка мне на милость. В плане, я не понял. А, не так делаю. Ну что, опять их в сон. Уничтожаем этого. И поехали на разборки. Ну, в общем, ребята, мы с вами потратились неплохо в этих боях, но ивент будет считаться пройденным. Давай-ка я вот так его, наверное, добью. А значит, мы с тобой получим пак. Ну и, конечно же, будем крутить колесико. Ну и что же нам тут выпадет? Прилив сил. Спасибо большое.
Очень приятно. А тут рыба, по ходу дела. Да, тут нам достается с тобой рыба. Ну и забираем вот этот вот пак фестивалевский, да? Ну-ка, что у нас тут? Давай посмотрим. А новое изваяние. Что же за изваяние-то это такое? Ага. Построим. Это каменное сердце. Вот оно что. Мило, мило. О, смотри, сколько у нас с тобой рыбы, сколько дров. Кстати, я же хотел построить. Водокачка дает нам с тобой 158 викингов. Водокачку мы с тобой поставим. Не могу я сюда, да? Не могу. А вот здесь? Да ладно, что-то так много. Вот как-то место у нас с тобой тратится нерационально. 30 миллионов рыбы. А чтобы нам поставить с тобой, нужно 18 еще миллионов древесины. Так, я хотел, знаешь, что сделать? Вот этих ребят отправить дальше на прокачку. Хотя, постой. Дай-ка я кое-что гляну. Кого мне здесь нужно прокачивать? Громорог, так, змеевик, кревет. Улучшить. 51 уровень нужен, да? А чтобы костолома, тоже 51. А, парящий прихвостень. Вот, вот, ребята. Где он у меня? Вот его будем прокачивать. Кого-то еще надо. У меня же там есть еще, по-моему, да, место? А нету. Уже все, ребят, все забито. Ладушки. Так, а ты что прохлаждаешься-то? Я не понял. Лети давай. Сидит он там. Так, креветика тоже немножко подкачаем. Слушай, ну все очень классно. Кстати, ты видел, да, что мы с тобой получим за вот эти вот цветочки Фрейи? Нет? Я, кстати, тоже не видел. Точнее, видел, но не помню. Давай посмотрим. Вот у нас тут премиум. Это весночес. Уникальный токсин. Как-то так нелепо смотрится, если честно. Какой-то червяк с крыльями. Заресвет. Штормовестница. Огненный крушитель. И королева огнеедов. Пара барса и вепря. Скользкопев у нас есть с тобой. Так, кривоклык с цветочной короной. Як-мерзляк. Ну это вот, мне кажется, ребята, просто как бы, ну, аксессуары такие для внешки. Они никаких бонусов нам не дают. Вот, видишь, каменное сердце. Самое дешевое дали мне бесплатно. Колодец желаний, в общем, все это понятно. Ну что, у нас еще с тобой есть одно испытание. Подожди-ка, кстати, по поводу испытаний. Древесину я могу забрать? А, и пак, конечно же. День всех влюбленных. Или День Святого Валентина. 300 рун. Так, эпический, необычный. Опачки, друзья мои, мне достается болтун эксклюзивный. Как ты понимаешь, такого болтуна у меня еще не было. Поэтому мы его, соответственно, с тобой ставим. Болтун. Он, знаешь, кого напоминает? Сейчас я тебе покажу. У меня вот. Он мне очень напоминает пещерокрушителя. Только пещерокрушитель у нас такой черный с красненьким, а этот красный с красненьким. В общем, он сам по себе красный, ребят. Вот. Че ты стоишь-то? Ну-ка, быстро пошел за рыбой. А мы с тобой плавненько переходим вот на это. Хранители против хитрых. То есть это зеленые против фиолетовых, так получается? Икинг нас попросил новеньких обучить, но мы предпочитаем делегировать. Вы же не подведете? Я? Не знаю, как будете себя вести. Если вы будете, если ваш барсик не будет промахиваться, тогда мы, наверное, победим. Так, смотрим. Здесь две волны. Ого. Ну, начинается и с уровня, конечно, не кислого, на самом деле. Так, мы, значит, зеленые. Хотя нет, ребята. Тихо, родные. Фига они шпарят. На тебе. Одно радует, что всего лишь две волны. Ну, у нас с тобой 5 энергии. Да что ты будешь делать? Давай хинемся.
Хорошо, что ветрокрыл у нас очень хорошо хиляет. Вот это вот мне нравится. Минус. Погнали теперь этого бомбить. Ой-ой-ой-ой, у него энергии, ты посмотри. Повезло опять, нам повезло с тобой. Ну-ка, раз. А Барсик не добьет его. Ну это не страшно. Это не страшно. Так, добиваем. Смотрим. Угу. Тут у нас древоруб и шепот смерти. Конечно, надо начинать с шепота смерти. Хотя, по-моему, что этот с трех энергий начинает применять свои заклинухи. Так, кого бы тут... Давай, наверное, так сделаем. Уклонение, блин, уклонение сработало, ты представляешь? Это не просто удар был. Это был мой скилл. И он его игнорировал. Вот жучара. Хиляемся с тобой здесь. Это однозначно. Добиваем шепот смерти. Так, древоруб, успокойся, пожалуйста. Угу. Вот и до тебя мы добрались. Хотя смысла уже хиляться нету. Это последняя волна у нас. Последний дракон. И мы с тобой его сейчас быстренько распетрушим. Ать. Последний удар. Надеюсь, пробьешь ты ему грудину. Да, друзья мои. Все прекрасно. Ну, не забывай, что мы еще крутим барабан здесь. И какие нам подарки здесь достанутся? Рыба, да? В данный момент мне бы лучше бы древесину, если честно. 900 тысяч всего лишь рыбы? Да вы издеваетесь. Но зато мы с тобой забираем пак. Окей. Ну и идем с тобой на очередной бой. И после него мы получаем 100 рун. Да, сегодня рунами мы немножко с тобой обживемся. Так, что это у нас там такое? Что это там за мелкий хмыреныш, а? Нам бы, конечно, лучше брать зеленых, да? Потому что здесь фиолетовый противник. А зеленые, как мы видим, наносят по фиолетам колоссальный урон. А зеленый у нас кто? Да у нас дофига кто зеленый. У нас сарделька. Зелень, да? Кто еще у нас там? Представляешь, я забыл даже, кто у нас там еще из зеленых. Вот ветрокрыл, обычно в моей команде, да? Потом сарделька. Третьего не могу вспомнить. Хоть убей, не могу вспомнить, кто у меня третий. Ладно. Что у нас тут? Шепот смерти плюс душитель. Сейчас попробуем их разобрать. Хорош. Такой страшный, а? Как он выглядит? Омерзительно, если честно. Да, я думаю, этого не надо делать даже. И так завалим их. Он через сон. Опа. Урончик нанесли не кислый. Добиваем шепот смерти. Ну и душитель. Конечно же. Так, Барсик, не промахнись только. Но добить все равно не добил. Вот и все. И песенка его спета. В плане. Кривоклык, конечно же, промахивается. Он так вечно поступает. Ну-ка, покажите мне. Опять рыба, что ли? Ну, это уже перебор, на самом деле. Сколько мне рыбы-то тут? Опять? Да, блин, я думал, сейчас плод мудрости. Нет, ребята, мы с вами зарабатываем еще 100 рун. Это, конечно, очень приятно. 608. Так, после этого мы получим с тобой цветочки Фреи. А там еще будет два таких легендарных боя. Не знаю, хватит ли у нас энергии. Что у нас тут? Опять та же самая команда, да? Блин, я же хотел взять зеленых в команду. И забыл совсем, а? Хорошо, будем с тобой тогда душителя душить. Ну вот, пошли первые промахи. Чудовище понижает броню. Это не есть гуд. Этот сейчас, как всегда, будет бомбить, да, в ответку? Ну, конечно же. Что он еще может сделать? Так, давай-ка мы, наверное, подлечим малька. Что-то там, что-то там. Вот, ушастый, а. Ну-ка.
Да елки ты палки, ну. Да что ж ты делаешь-то, Ирод, а? Блин, сейчас... А, ну он просто сейчас ударит и все. Ладно, мы еще успеем с тобой хильнуться разочек. Вот так вот. И добить. Тут у нас кто? Громорок. Опять чудище. И душитель. Тут, скорее всего, нам придется, наверное, использовать с тобой массовую атаку. Я имею в виду именно ветрокрылом на сон. Это будет оптимальный вариант. Иначе тут полетят головы. Так, давай сюда урон нанесем. И в сон. А там уже будем, как говорится, бомбить, у кого меньше здоровья. И это громорок. Дальше идет у нас с тобой душитель. Ну и в конце чудовище. О-о-о, да мы еще и вот так сделаем. Пускай теперь тут что хочет, то и делает. А мы с тобой еще в этот момент успеем... А, хиляться не обязательно. Это последний был дракон. Ну вот как-то так. Давай плод мудрости. Блин, нет. Вот тут на древесину. Ладно, хорошо. Но мне нужно 18 миллионов древесины. Еще не хватает. Давай. Вот. Все равно маловато. Еще 4 миллиона. Так, забираем с тобой цветочки Фреи. Окей. И получается у нас с тобой два последних боя. Два последних боя. Блин. Зеленых надо было поставить в команду, а? Опять не успел. Смотри-ка, здесь два ужасных чудовища. Немножко один сильнее другого, да? Тут 11 уровень, тут 12. Попробуем сейчас разобраться с ними. Ой. И этот, давай еще сюда же. Ну почему бы нет? Ну конечно же, ребят. Они бьют того, у кого меньше всего хп. Надо этого как-то быстренько... Ай-яй-яй. Нет, что-то мне это совсем не нравится. Делаем укус. Что-то там придумал. Дело дрянь. Так, поехали. Только не промахнись. Отлично. Попробуем сделать таким вот образом. Нам нужно хильнуться с тобой. Ё-моё, вот это я лоб... Хотя, постой, постой. Может быть, не все так плохо будет, а? Уклонение. А потом он ходит, да? А потом он ходит и бомбанет, наверное, по ветрокрылу и уничтожит его. Нет. Не вышло у него ничего, да? Поехали. Да какого лешего, блин? Фух. Так, последняя волна. А они ходят первыми. Сейчас мы, по-моему, потеряем с тобой. Нам везет. Нам везет, как утопленникам. Кстати, дурацкое выражение, на самом деле. Везет, как утопленникам. Скажи-ка мне, с каких-то пор утопленник проявляется в знаке везения, если он утонул? Так, ладно, давай попробуем с тобой в сон их всех. Да, громорук, короче, ребята, отдупляется. Дальше мы, наверное, с тобой вот этого будем пускать в расход. Даже не вздумай, нет, вздумал. Вздумал и дернется. Добить сможешь? Сможешь. Ну, а тебя мы вот так вот персонально будем бомбить. Еще такой классно переливается, да, таким цветом. Смотри, какой, а? Живучий. Просто так его не пробить. Кусаем. И добиваем. Все, друзья. У нас еще впереди один всего лишь поединок. Давай посмотрим, что нам тут выпадет. Дайте древесину. Вот, вот древесины дайте. Есть. Вот это совсем другой разговор. А теперь дайте какой-нибудь нормальный приз. Вот, прилив сил. Ух ты. Хорошо выпало так. Ну что, ребята, мы переходим с вами на последний бой. А тут у нас будет какой-то, я не знаю, родничок или озерцо. Ай, тихо, тихо.
Вот что, вот, вот как так надо было, а, сделать? Ведь хотел же опять поменять. Ладно, будем надеяться, что справимся. Будем на это надеяться. Тем более, противник не такой уж и огромного уровня. У нас с тобой 7. Представляешь, 7 раз мы можем... Давай, наверное, и воспользуемся этим моментом. Да? Сразу же бомбанем. Пускай они там спят. А мы с тобой будем потихонечку просто их разбирать, да и все. Громорок, так как самый ватный, его в первую очередь пускаем в расход. Так. Поехали сюда. Мы можем даже вот так вот с тобой сделать. Если что, он нам поможет. Прекрасно. Понизил ему скорость, понизил ему атаку. То, что нужно. Для меня это самый смак. Что-то еще хочет там делать, выпендривается. Уклонение, ну естественно. Так, ну что, добивочный? Последняя волна, друзья мои. Ох ты, ох ты. Аж две штуки здесь, да? И босс. Тут есть босс. Так, сейчас они вдвоем ходят. Ай, больно. Промахнулся, это хорошо. Давай сюда укус. И баиньки всех. Слушай, а у босса ты посмотри, сколько хп. Обрати внимание, мы его даже еле-еле там пробиваем, по чуть-чуть. Так, добивочный. Тут, наверное, хильнуться. Да, хильнемся, скорее всего. Раз, два. Укусик. Блин. Укусик. И этот проснулся, да, сразу же? И этот проснулся. Ну-ка. Так, босяра сейчас будет ходить. Но он только укусит, если максимум. Окей. Этого добиваем. Этого... Есть ли вообще смысл его отправлять в сон? Мне кажется, нету. Просто атаковать, и все. Это самое простое. Просто атакуем. Долго, конечно, нам его придется бомбить. Но ничего другого я не вижу, ребята. Никакого выхода здесь нету. Просто атаковать. Укусили. Почти половину здоровья мы у него отняли. Ну-ка. Это не вариант. Больше всего наносит урона, конечно же, наш барсик. По две атаки. Тихо ты. Можно вот так вот сделать, чтобы не волноваться. Тоже как вариант. То есть он сейчас будет просто промахиваться, а мы будем его разбирать. Так даже лучше, да, чем сон. Конечно, лучше, ребят. Я его еще травану, чтобы знал свое место. Ну что, попробуем сейчас от него избавиться. Да, ребят, отлично. Два ивента сегодня мы прошли. Давай посмотрим, что нам тут достанется. О, плод мудрости, спасибо. А на второй попытке нам достается древесина. Угу. Тоже неплохо, друзья, тоже неплохо. И мы забираем с тобой последнюю награду, которую нам отправили по почте. Ну что же, начнем с открытия набора карт. Посмотрим, что нам из него выпадет. Шторморез, Громоль, Ужасное чудовище, ну и ресурсики. Это понятно. Так, от этого мы отказываемся. Так, так, и в этом паке у нас с тобой новое изваяние. Забираем. О, видишь? Як-мерзляк. Вот как оно называется. И мне остается, знаешь, что сделать? Наездники. Так, забираем с тобой цветочки Фреи. Кстати, а у меня фурия-то вернулась или нет? Вот, она уже сидит, греется. 50 тысяч рыбы. Ага. Так, ну что, я думаю, наверное, мы ее с тобой отправим дальше. На поиски вот этого я. Туманную напасть уже, ребят, не знаю, сколько попыток, 5 или 6 делаю. Никак не получается. Естественно, делаю бесплатно. А что это такое вот зимний? Вот это что такое, не могу понять. А, возможные награды. То есть можно древесину, можно рыбу получить, да? Отправляем, конечно же, бесплатно.
Значит так, теперь мы с тобой устанавливаем. Что у нас там? Угу, городская площадь, именно она. Вот сюда я поставлю ее. Прекрасно. Да, ребята, все, больше пока мне нечего здесь поставить. Так, я могу же тебя, наверное, покормить. Покормили. Бесплатно завершить. Давай еще покормим. И отправим, пускай идет. Прокачивается потихоньку. Так, и отправляем наших дракончиков. Что нам нужно? Наверное, древесина. Пускай они добывают мне древесину. Так, Громелька у нас любит древесину добывать. И водорез. Всех, кого только сможем, надо будет отправлять. Иди тоже добывай. Самое прекрасное, что у нас с тобой еще здесь выводятся два дракона. То есть наша коллекция еще пополнится. Я обожаю, когда вот так все происходит. Сейчас мы с тобой подправляем всех, кого только можем. Так, тебе за рыбой. Беги за рыбой. Ну, чтобы они просто, ребят, не стояли на месте. Так, древесина все. Давай за рыбой. Ты тоже за рыбой. Жутик. Курочка, давай тоже за рыбкой. Так, и забираем с тобой здесь награду. Победить драконов в схватке, отправить драконов в приключения и принять, блин, про защиту я совсем забыл. Про защиту олуха. Ну и заберем здесь остатки роскоши. Да, можно было бы, конечно, еще сходить сегодня на арену поиграть, но я думаю, что это мы оставим с тобой на следующую серию, потому что, как ты понимаешь, ивентов, наверное, в ближайшее время не будет. А нам надо будет чем-то заниматься. Поэтому ареночку оставим с тобой, как говорится, на потом. А на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!